Всем привет! Приветствую, мои дорогие талантливые художники! Вновь я получила массу удовольствия. Работы настолько интересные, живописные, творческие. Они реально вдохновляют. Вот я учусь у вас. Мне очень интересно мышление, техника, подача, чувство цвета. Вдохновляет, удивляет, учит. Каждый участник конкурса 49-го сезона уникален. Очень и очень тяжело было оценивать работы. Как оценить песню, как оценить полет, как оценить фантазию, как оценить внутренний мир. Спасибо вам, мои дорогие, мы получили массу удовольствия. Хочется отметить, очень сложно, тяжело, но отметить надо. Я бы отметила бы каждого участника. Но особенно хочется отметить Веронику Скибину, уникальный, удивительный художник. Веру Пенчеву, великолепная композиция, переплетение фигур, переплетение тел. Композиция как будто поет, фигуры как будто, они не как будто, на самом деле они танцуют, переплетаются, играют с друг другом. Это очень интересно. Елизавета Легчерева. Это просто мастер, художница, мастер портретной живописи. Разобрать образ, разобрать лицо по цвету, это есть профессионализм. Спасибо тебе, дорогая художница. Джина Бенетис. Цвет, графика, необычный подход к композиции, очень интересная работа, очень интересная. Антинай Унтимирова, пейзаж, желтый холм, интересный подход, чувство цвета, работа легкая, вдохновляет. Айрида Милоскун, извините, Милоскун Кине, мастер рисунка, мастер живописи, мастер с большой буквы, мастер с большой буквы, одним словом, есть настолько великолепные работы, ну, как описать, хочешь сказать мастер. Мастер и художник с большой буквы. Джонида Косси. Также хочется сказать слово мастер рисунка и мастер цвета. Виктория Аспелшкова. Дельфины. Легко, прозрачно. Интересная подача, вызывает чувство радости, легкости, успокоения. Работа имеет тоже свое настроение и свой характер. Спасибо вам, дорогие художники. Это только маленькая часть художников, которых хотелось бы отметить. Конечно, художники, вы, каждый из вас великолепен. Продолжайте творить, продолжайте рисовать, не сдавайтесь, не останавливайтесь. Вы делаете мир лучше. Вы вдохновляете и заставляете окружающих чувствовать себя великолепно, улыбаться, познавать мир. Да? Идем вперед, творим. Очень рада была оценить ваши работы. До новых встреч!